Продовжуємо нашу програму, і зараз у нашій студії косметолог Анастасія Кіндер. Доброго вам ранку. Доброго утра, Галіна. Я сподіваюся на плідну, цікаву і корисну розмову. У нас зараз чимало реквізиту, столик заставлений баночками, скляночками, тарілочками і пакуночками. І це все не дарма, тому що літо в розпалі, і треба піклуватися про себе. А хто про себе попіклується, як не ми самі, правда? Отже, сьогодні ми говоримо про особливості догляду за шкірою обличчя саме в цей спекотний гарячий сезон. Чому саме такий догляд потрібен? Ми говорили з вами минулого разу, але нагадаємо, що він потрібен, тому що? Да, потому что лето – это особенная пора. Летом кожа требує особенного уходу. Высокие температуры, ультрафиолетовое излучение, также соленая вода, если мы отдыхаем на море, да, все это влияет на кожу неблагоприятно, если мы не ухаживаем, вызывает шелушение, пигментные пятна, ну, много других проблем, которые потом в конечном итоге, скажем так, приводят к старению, к ну, неблагоприятным. Самое главное – использовать соблюдать некоторые правила, которые помогут сохранить молодость, красоту вашей кожи. Это очищение, тонизация, увлажнение, а также защита от пагубного влияния солнышка. І як ми все це будемо робити, і чого не можна робити, про це дізнаємося просто зараз від нашого експерта. Давайте почнемо, може, з того, чого не можна робити влітку. Якісь процедури, якісь, можливо, речі не рекомендують ні косметологи, ні здоровий глузд. Да, конечно, есть определенные процедуры, определенные косметические средства, которые нежелательно использовать в летний период. К ним относятся тоники спиртсодержащие, потому что они пересушивают кожу. Также скрабы с абразивными частицами, с кристаллами сахара, с косточками абрикоса нежелательно использовать. Лучше использовать кремообразные скрабы по типу гамаш. В летний период нежелательно использовать вещества, которые содержат ретинол, витамин А, также кислоты, потому что все это может привести к образованию пигментных пятен. Для обладателей жирной комбинированной кожи нежелательно использовать тональные крема, а также питательные крема. Они достаточно жирной консистенции и будут закупоривать поры. И в дальнейшем это будут воспалительные элементы. Але ви говорите, що все ж таки підпитувати шкіру конечно, все одно потрібно. Звісно, звісно. Пептидами, мінеральними веществами, от, пожалуйста, дарами природи, молочними продуктами, пить більше кількість води, кушать фрукти, овощі, які содержать в собі вітаміни А, С, Е, це природні антиоксиданти, які способствують продовженню молодості нашої кожи, да, красоти. Які салонні процедури не рекомендується робити у спекотний час? К ним относятся пилинги, агрессивные пилинги, микродермабразии, которые направлены на такое жесткое омоложение, осветление кожи. Их, конечно же, нежелательно делать, потому что они могут привести к ожогам кожи. Найкращий час для цього? Это осень, зима, да-да-да, это самый момент, когда нужно заниматься этим. А летом дать коже отдохнуть, увлажнить ее с помощью коллагеновых масочек, с помощью альгинатных масочек. Есть такая процедура, біоревіталізація, увлажнення кожи шикарно дійствує на кожу, кожа сіяє знутрі просто. Ви так смачно розповідаєте, але тим не менш не завжди, особливо у працюючих жінок, та й навіть у домогосподарок знаходиться час для того, щоб кудись вийти. Але тут влітку приходять на допомогу дари природи, якісь вже надбання людства. Можна вдома щось зробити таке корисне для своєї шкіри, порадувати і побалувати її, да, себе? Так, звісно. Звісно, це можна робити масочки з допомогою овсяних хлопців, додавати туди вітаміни, додавати молоко, або ж мінеральну негазовану воду, яка содержує мінерали, необхідні для нашої кожи. Також можна робити... Давайте зупинимося на цьому більш детально. Вот смотрите, можно делать овсяные хлопья. В такой кількості буде достатньо? Да, такое количество, это даже много. Добавить туда 5 капель витамина Е. Це всю сім'ю нагодувати, так? Да, конечно. В первую очередь свою кожу. И добавить туда водички, минеральные, негазированные. Или же можно добавить йогурт.
который без вкусовых добавок, обычный йогурт. Все это перемешать. Пару ложек, такая, чтобы консистенция была как сметанка. И на тогда 10 это хвилин, будет, так? Да, на 10 минут, можно на 20, будет еще лучший эффект. Также для осветления, у кого темная кожа, там пигментные пятнышки, вот вам, пожалуйста, природное осветление. Это буквально чайная ложка свежевыжатого лимона. Будет шикарный эффект. Тоники можно делать с зеленого чая, с ромашки, заваривать их в одинаковой консистенции. Они шикарно. Вместо спирту робимо домашний. Да, можно домашний тоник делать, который не будет вредить, который будет поддерживать молодость кожи. Это зеленый чай – это антиоксидант, который очень хорошо влияет на кожу. Ромашка очень хорошо снимает воспаление. То есть как для комбинированной кожи, так и для возрастной подходит. Із тих дарів природи наших садків та городів, я знаю, що багато дачників, дачниць нас дивиться, і вони складають все це в баночки, закручують, роблять смачнющі там джеми, варення, салати. Але можна і шкіру підгодувати. Да, конечно, можна теж масочки делать с помощью. Зараз полуниця, вишня, черешня підходить да, для цього. Да. Только все это нужно в равних консистенциях и так, чтобы не чересчур. Чтобы все это было так. Достаточно, умеренно. Вот можно делать. Лучше их, конечно, употреблять. Теж, так вкуснее. Теж на шкіру буде ефект. Да, конечно, так? Конечно. І все, всю ту радість та сяєння ось тих ягід відчує і наша шкіра, так? Так. І ще один важливий такий пункт догляду за шкірою дітей. Тому що дітлахи, вони хочуть побути, погуляти на сонечку, хочуть отримати те сонячне проміння і радіють з того, але не мають такого контролю. І тут матусі, татусі, бабусі, дідусі повинні за ними подивитися, і щоб це сонечко тільки на користь пішло, цей вітамінчик де. Да, деткам особенно нужно присматривать за их кожей, потому что она у них очень чувствительна к факторам внешней среды. Они достаточно раздражительные и агрессивные. Поэтому очень часто у детей бывают потницы, там солнечные ожоги, пигментные пятнышки бывают, если не досматривать. В таких случаях желательно, чтобы была детская косметика, которая гипоаллергена, на натуральных веществах, с витаминами А, С, Е, которые... Это витамины для кожи, являются также светоотражающими витаминами. Лучше всего, если это вещества, вот косметические, они состоят из ромашки, череды, шалфея. Это будет очень хорошо для детей. Очень желательно, чтобы дети имели свой кремушек для лица и свой кремушек для тела. Ну, это, конечно, обязательно. Также от комаров нужно защищаться, увлажнять после загара кожу детскую, потому что кожа взрослая, она уже более привыкшая, да, там, к этим всем агрессивным факторам. Детская, она еще нежная. Нежная такая вот, прям молочная, поэтому лучше ее поберечь. Если трошечки дитина перегуляла на сонечку и уже шкіра почервоніла, опік вже отримали, що робити? Що найперше треба зробити? Ну, самое главное, это, конечно же, если это незначительно, а там чуть-чуть, да, пригорел ребенок, можно из домашних средств взять, помазать сметаной, и все будет хорошо. Или же можно использовать косметические средства, которые специально предназначены для кожи, которая там обгорела. Наприклад, там пантенол можна використовувати для дітей. Я вам дякую за корисні поради, які на часі, і можете на прощання побажати нашим глядачам і поділитися ще з ними своїми літніми порадами. Спасибо большое. Я вам желаю здоровой кожи, красивой, хорошего ровного загара і хорошого отдыха. Я вам дякую, бажаю приємного продовження дня, доброго вам ранку.